10 к 1607.07.2018. Обновлено 10.19 7 июля 2018 года 22670 Москва, 7 июля, РИА Новости. Договоренности о прекращении боевых действий, сдача вооружения достигнуты ЦИА лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ. По результатам переговоров при посредничестве Российского центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований, говорится в сообщении. Отмечается, что были достигнуты договоренности по урегулированию статуса боевиков, эвакуации нежелающих урегулировать статус боевиков с членами семьи в провинцию Идлиб, восстановление работы в населенных пунктах органов государственной власти САР, а также обеспечению возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии. Решетка Министерства обороны РФ. Решетка Сирии».